Всем привет! Я Михайлов Константин, сотрудник школы Homo Futurus. Сейчас хочу вам рассказать о интересном проекте. Ходили мы с сыном по магазинам как-то. Он увидел деревянную игрушку и просит меня: «Папа, купи мне!» Я говорю: «Сын, у нас есть деревянная мастерская, давай сделаем тебе ее». И тут у меня появился образ всего этого интересного проекта. Я подумал, зачем тратить деньги, если мы можем на этом заработать и создать такой интересный проект. Сделал я ему первые игрушки деревянные, позже посмотрите в моей группе ВКонтакте. И интересно было в том, я долгое время думал, как же назвать эту группу, этот проект. Я применял упражнения из метода ключ, все эти навыки, и спустя 3 дня у меня родилось название. Название оказалось настолько оригинальным, что по запросу в поиске оно выходит на первом месте. Так называется проект «Ростовские ремесляшки». Ремесло коняшки. Я делал деревянные коняшки, деревянные машинки. И ходил такой, думал, ремесло коняшки и ремесляшки. Это очень интересное такое название будет. И вот запускаю этот проект «Ремесляшки». На данном этапе я уже создал группу ВКонтакте, нанял продавца, но, к сожалению, продавец заболел. Он будет продавать у нас в Ростове туристам эти игрушки. И если этот проект раскрутится, то будем призывать больше сотрудников для участия в этом. И интерес в том, что каждый проект придумывается, и каждое изобретение придумывается с помощью метода саморегуляции ключ. И об этом я, конечно, везде буду всем говорить. И чтобы больше людей к нам в школу приходило, занимались саморегуляцией, развивали творчество. И на примере этой группы ВКонтакте «Ремесляшки» и на примере этого проекта люди увидят то, что метод ключ позволяет вам придумать что-то. И в дальнейшем, если этот проект будет развиваться, то многие смогут поучаствовать в нем. В общем, подписывайтесь на группу «Ростовские ремесляшки» и следите за этим проектом. И, возможно, скоро вы станете участником этого проекта. И, возможно, даже кто-то, кто будет самый такой активный, интересный участник, я просто передам этот проект человеку и дальше буду придумывать новый проект. Так как самая главная моя цель – это развитие творческого потенциала и дальнейший рост мой в методе саморегуляции ключ, и дальнейшее мое обучение также продолжается, и я очень-очень хочу стать хорошим специалистом в этом методе и помочь как можно больше людям развить свои творческие способности и улучшить свою жизнь. В общем, следите за новостями в моей ленте, подписывайтесь на группу «Ремесляшки», «Ростовские ремесляшки». Так, для того, чтобы подписаться на группу, переходите по ссылке в описании видео, попадайте в группу. Либо просто в Яндексе, в поисковике пишем «Ростовские ремесляшки». Здесь уже есть. «Ростовские ремесляшки». Вот первые 2 как раз сразу открываются. Заходим в группу, подписываемся. Обязательно поделитесь с друзьями. Это поможет развитию группы. Для активных участников потом будут сюрпризы. Сейчас пока не буду говорить. Следите за новостями, следите за развитием группы. Проект очень интересный, и от вас зависит многое. От вашей активности зависит развитие группы. Хасан Магомедович уже здесь оставил комментарий. В общем, подписываемся и следим за продвижением этого проекта. Благодарю всех за внимание и до скорой встречи.